Из стеклянной трубы постепенно откачиваем воздух. По манометру мы судим о значении давления в сосуде. При давлении порядка 0,2 атмосфер перекрываем кран и отделяем сосуд от манометра. Конец трубки плотно зажимаем. Затем опускаем этот конец трубки в сосуд с водой. На поверхность воды атмосферный воздух давит с некоторой силой, и вследствие того, что давление внутри сосуда меньше атмосферного, вода фонтанирует. Так получается фонтан в разреженном воздухе.